Водой наполнили, а почистить дно забыли. В соцсетях кировчане пишут гневные посты по поводу благоустройства пруда у цирка. Если ил не уберут, считают комментаторы, то водоем зарастет через 2-3 года. И тогда все труды на смарку, пишут кировчане. В администрации поспешили успокоить жителей. Благоустройство верхнего и нижнего прудов продлится до глубокой осени. То, что сейчас видят люди, не окончательный вариант. Вода периодически набирается из-за подземных ключей. У водоемов есть сток, он находится со стороны Октябрьского проспекта. И иногда решетка забивается мусором и водорослями. Поэтому пруды и наполняются. Подрядчик чистит слив, и вода снова утекает. Что касается ила, в администрации все-таки признали, до дна его убирать не будут, но часть все же поднимут из пруда и используют для благоустройства. Работы по нижнему пруду, по берегу укрепления где-то на 80% сделано по лиственнице. И сейчас приступили к работе на верхнем пруду. Раскладывается георешетка, засыпается щебнем. Тоже работа еще, ну, только, так скажем, в начальной стадии.